главным следственным управлением Главного управления МВД России по Красноярскому краю. В отношении руководителя нескольких строительных компаний возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следователей, злоумышленник привлек денежные средства участников долевого строительства и подрядных организаций для возведения 3 жилых домов. Используя свои полномочия, предприниматель расходовал полученные деньги на цели, не связанные со строительством объектов. По предварительным данным, более чем 500 дольщикам причинен материальный ущерб, превышающий 834 миллиона рублей. В ходе обысков в офисе организации по месту жительства подозреваемого полицейскими обнаружена изъята компьютерная техника и бухгалтерская документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей подчиненным фигуранта, исполнительным директором той же компании-застройщика. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.